привет. Подарки продолжают приходить. Я продолжаю хвастаться. Ну, хвастаться и сама смотреть, что к чему. Это пришел пакет из магазина корейской косметики. Здесь средства против покраснения кожи, против сосудистых сеточек на лице. Взяла первый раз, попробую, потом поделюсь своими впечатлениями. Это шампунь. Шампунь без силиконов с кератином. 150 миллилитров. Тоже все в первый раз. Вся эта корейская косметика в первый раз пришла. Буду пробовать и смотреть, настолько ли она хороша, как хвалят. Это дальше тонер. Тонер для сужения и очищения сужения пор для всех видов кожи. Для проблемной кожи подходит. Ну, по идее, должен вычищать все черные точки, все высыпания убирать и поры, соответственно, закрывать после очистки. Такой вот предохранительный. Распылители на дозаторе. Это не распылитель, это дозатор. Закрепитель помады. Закрепитель помады, чтобы не оставлять след на посуде, на чашках, на стаканах. Наносится сверху на помаду. По идее, не только закрепляет, но и смягчает губы. И что еще тут? Тут еще куча пробничков в подарок. Куча пробничков, значит. Это надо будет еще разбираться, что это. Бурито. Крем. Какой-то крем. Увлажняющий, как я понимаю. Это витамин А, витамин что? Серум и тонер. Оттенок тоже посмотрим какой. И гиалуроновая кислота. Лосьон с гиалуроновой кислотой. Ну что ж, мелочь, а приятно. Во всяком случае, можно будет попробовать и если понравится, заказать.
все в такой вот коробочке. И я вот так мак. Сейчас пойду пробовать прямо сейчас, прямо в ванну и все на себе испытывать. Начну с шампуня и так далее. Все, спасибо за просмотр. Всем пока.